На Ямале названы имена 13 кандидатов в факелоносцы Олимпийского огня. Среди них выдающиеся спортсмены округа и учителя. В списке будущих участников главного события страны оказались и двое жителей Ноябрьска. Это учитель 10-й школы, почетный работник образования Игорь Ткачук, а также путешественник и профессиональный альпинист Владимир Пушкарев. Эстафета Олимпийского огня на Ямале пройдет в ноябре в Салехарде и в Новом Уренгое. В это время будут организованы ряд культурных и общеобразовательных мероприятий, посвященных истории эстафеты и олимпийского движения в целом. Добавлю, полный список участников эстафеты от Ямала станет известен к октябрю.